друзья, привет! Вот купил новый регистратор, интересно попробовать. Попробуем проехать маршрут. Мы здесь недавно катались. Ну, было очень сложненько, я бы сказал. Резина была у меня другая, стояла И500. Да, нет, а ВЛЕ5 у меня резина стояла. И вот здесь вот мы катались. Сейчас у меня установлена липучка Nokian RS2. И вот нужно туда нам проехать. Вот я не знаю. Ну, я уже спустился, уже о чем-то говорить поздно. Резину я не травил. Поедем потихонечку, прям вот потихонечку давайте, чтобы нигде не засаживаться. Здесь меня тащили за УАЗ Хантером, потому что самостоятельно мне не хватало клиренса. Вот. Но пока еду спокойно. Раздаткой днищем я пока не цепляю. То есть пока идем спокойно. На улице сейчас 11 градусов. Так, вот здесь вот были у нас трудности. Давайте посмотрим, как мы здесь проедем. Опа! Ух ты! Так, здесь уходим направо. По свету сейчас у меня включен дальний, ближний и балочка 120 ватт. Вот сейчас я выключу, сейчас вот чисто ближний. Вот балка и дальний свет включенный сейчас. Еду на второй пониженный, разблокированный. Ну да, нормально, то есть как бы нам не нужно набивать с вами дорогу. Спокойненько, спокойненько с вами катимся, проезжаем. Ну, когда мы здесь били трассу, видео уже на канале есть. Так, пока едем, 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 нормально все. Здесь мы устраивали гоночки, две трассы накатывали и катались. Делали спринт такой, знаете, там буханка с буханкой заезжала, там я катался там и с УАЗом соревновался, и с Ниссаном соревновался, и с Шевролетом. Вот на первая трасса, а справее другая трасса, и вот здесь вот мы топтали. Ну, интересно было. Ну и вот такой формат мероприятия у нас. Вот, ну, стараемся каждую неделю. Вот завтра собираемся, в воскресенье завтра поедем, покатаемся. Вот у Федана самовары есть, каждый привозит вкусняшки. Катнемся немножечко, затопим самовар. Люди с детьми у нас приезжают. Короче, весело, нормально. А завтра нам придется бить дорогу. А снега в полях очень и очень много. Есть видео, где я устанавливал карданы от SM Profi. Это саратовский серп и молот. Вот это стояночка, где мы стояли. Вот здесь вот, знаете, здесь вот как раз мы и стояли. И пили с самовара чай здесь. Так. Ну и вот по поводу SM Profi карданы. Вот шрузы убрал, поставил чисто крестовины. Вот катаюсь уже, наверное, месяц. Пока минусов, ну, не увидел я. Пока не увидел.
по трассе, вибрации больше или меньше, не могу сказать. Мне кажется одинаково, что на шрусах, что на крестовинах кататься. Вот, пока для меня одинаково. Ну да, здесь на сколько машин-то было? Машин 15-20, наверное. То есть клиренс уже сравняли, и автомобиль едет вот с моим клиренсом с Нивы, так сказать, стоковой. Проезжаем нормально. Колеи, конечно, выехать сложновато. А вот сейчас, знаете, будет выезд, там лыжники вон стоят впереди, лыжники. А, там машина даже стоит. О, а что-то и машина стоит на мне. Непонятно. Непонятно, что стоим-то. Что, беда? Ясно, въезжай. Ну ладно, попробую объехать. Да это мы тут катались, тут дорогу, это мы били здесь. Давайте попробуем объехать. Я, в принципе, планировал быстро проехать. Смотри, заблокированный не хочет выезжать с колеи. Вот вам. Интересно. Что там, проехал тебе? Ну вот, сейчас поможем человеку, спасем человечка. Да нас тут на танке. Вот так вот просто зацепи. Вот так просто цепляй. Все? Зацепил? Ну и все. Ну вот, помогли ребятам. Приехали они сюда. Развернуться у них не получилось. Я их зацепил потихонечку. Протащил. Какая-то, видите, польза людям. Но я не знаю, сюда, конечно, на моноприводе, блин, заехать. Не знаю. Вот так вот мы с вами немножко прокатнулись. Здесь уже вообще легко идет. Ну раз они сюда заехали, значит здесь накатано. Сейчас мы с вами посмотрим. Да, здесь накатано. Отлично, отлично. Спасибо, ребята, что прокатнулись со мной. Немножко пообщались. Будьте здоровы, подписывайтесь на мой YouTube канал. Нива 007 Оренбург. Ограничение скорости. Так, сейчас встанем. Камера в спину.
Все, пишите комментарии, как вам поездочка. У кого стоят блокировки, самоблоки. Напишите, интересно почитать. Пока-пока.